сейчас и попытаюсь заняться. Четвертую комбинацию, пока все неплохо складывается. Четвертую... Ой! Нет, 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 верните! Ах. Вот так оно и бывает. Но это крайне маловероятно. А вот это более вероятный сценарий. Я беру со стены последнюю двоечку, объявляю маджонг. Мне еще 4 очка за последнюю кость дают. Я объявляю конг. Мне пришла со стены. И я объявляю маджонг с конга. Это дополнительные очки. Мне сегодня просто везет. Я вырываюсь очень далеко вперед на 150 очков. И мне приходит со стены. А после этого трое других игроков совершают ритуальное самоубийство. Можно даже открыть чат, посмотреть, что там творится в чате. Сейчас написали good luck, idiot. А почему написал idiot, кстати? Я же взял со стены. Кстати, по времени идиот он написал сейчас только. Он меня идиот обозвал. Другое дело взять одну единственную кость. Так, товарищ из Швейцарии что-то еще задумался надолго. Может, его отключило? Тут, если это глюкнуло в такой момент, то очень неприятно. Ну? Что-то ничего не происходит. Что-то меня отключило. Жду пятерку символов. Пятерку символов. Приходит пятерка символов со стены. Маджонг. Стоимость руки сразу утраивается. За то, что, за счет того, что я взял со стены. Великолепно. На глубоком минусе. На глубоком минусе. Спасибо им за это. Четверка. Что же кидать-то? 6-7-8. Я, конечно, не успею собрать руку, но это... Я не успею собрать руку. Одно только. Непонятно. Не лежат ли эти 8 бабуков в этом закрытом конге? Если они там лежат, то ждать на них вечность. Да, очень похоже, что 8 бамбуков уже зажали. И... А вот, нет, не зажали. Есть хорошая рука. Хорошее начало... Последние игры на сегодня, что сохраняются шансы на выигрыш, если сейчас не со стены зайдет 7 или 4 точек. Так, сюда. Слушайте, я ожидаю, по-моему. Как я это. А вот и зашло. Ха-ха. Нет, я не ожидал. Это должно было случиться. Потому что я не помнил эту руку. Я ее не помнил. И я снес, что ли? Я не понял. По-моему, я... Сейчас он со стены как лаба есть. Ха-ха, вот он сейчас расстраивается, что он снес. Ага, чоу. Вот это то, что мне нужно. 4, 5, 6. Я в ожидании. Не надо панк играть, пожалуйста. Я сказал... Что? Я... Увидели? Вот в такие моменты хочется сказать еще одну партию. Возьму-ка я это чоу. А, стоп. Какой шут мне показываешь? Какие 2, 3, 4? Что это такое? Что-то было сейчас странное, вы видели? Тем самым я смещаюсь на... Последнее, почетное последнее место. Не дает пока ничего собрать. Не идет. Не клюется. Ну, только получше. Хорошая занятая точка. Только значительно лучше. Снесу я сначала южного ветра, хотя я не даю снести южного ветра. Сразу играю парк. Это тот случай, когда можно рискнуть и слишком долго не размышлять. Да, тем, во что играть. Да. Пока хорошо заходит. Складываются заготовки для следующих комбинаций. Может быть, поиграть в открытое немножко. Еще лучше заходит. Непонятно, тут только ситуация в бамбуках пока.
здесь скоро приснится. Тут со стены придет какой-нибудь полезный бамбук. Так, единичка не нужна, а семерка символов не нужна. Здесь даже и код можно сыграть. Ну что же, вроде бы заход. Можно было как-то по-другому снести, но тогда я бы выходил в менее вариативные ожидания со временем. Потому что в такой руке я могу выстроиться на ожидание двух костей. Так, 4 выходило, если 4. А если бы оставил нишку силов, то я бы тогда выходил в ожидание только одной кости. Ну, можно было, конечно, перестроиться попозже. Но я сейчас. Я не уверен, что... Нет, я уверен. Я беру мажор, собираю простейшую руку. Все типы, она стоит дешево. Ветер места, банк драконов. Плюс цветочки, дал 11 очков.